прошла встреча с руководством аппарата Совета министров Республики Беларусь. Прошла встреча с послом Российской Федерации в Беларуси господином Грызловым. В данное время наша правительственная делегация проводит двусторонние встречи с руководителями профильных ведомств Республики Беларусь. С нашей стороны это и министр внутренних дел, это и министр по чрезвычайным ситуациям, это министр здравоохранения, это наши это по спорту, молодежи, это и мэр нашей столицы. Одним словом, у нас очень большая представительная делегация. И, кстати, по теме, скажем, чрезвычайных ситуаций планируется проработать возможность совместных учений спасателей Абхазии и Беларуси. Поэтому мы создаем такой серьезный фундамент для развития нашего межгосударственного диалога и очень рассчитываем на то, что мы выйдем на такое серьезное полноформатное сотрудничество с Республикой Беларусь. Хочу поблагодарить наших белорусских коллег.